Как я рад, блин, что этот, что наконец-то гонг. Я, блин, так устал. Так я ему и говорю, ты что ты опять собираешься-то? Ну ты-то, я же видел, что ты рад, что бой закончился. Что ты отстоял и что у тебя все хорошо, ты на мне отвисел. Хочешь еще два раунда, давай продолжим. Вот и все, весь мой, знаешь, потому что мне не нравятся вот эти вот, когда тебя выставляют, сначала на взвешивании, потом перед взвешиванием, он, вот он, там, за эти килограммы, там, мне плевать, а он, ну что за глупость вообще, пойми, поэтому у меня это, конечно, чуть-чуть подзадело, то, что, я еще раз говорю, я не стоял с языком на плече, я совершенно, посмотрите, я могу прыгать, бегать, у меня вообще ничего, просто на бедре чуть-чуть тут есть какие-то ощущения легкой легкости, знаешь, легкой такой, ну, не то, что даже боли сказать, просто я тут сюда было несколько ударов. А бой с Артуром Гусейновым – это изи-мани? Ну, получилось почти похоже, если честно. Ну, смотри, нет, не то, чтобы изи-мани. Я еще раз говорю, смотри, я был на паузе. У меня пауза была почти 2 года, я не выступал, год и 6. Из-за коронавируса, из-за всех моментов. Плюс я не тренировался. И, знаешь, я скажу честно, как по мне, мне лучше часто выступать, потому что я расту на боях. Если я не выступаю, я могу делать ошибки. Сегодня я ошибки не сделал. Я не пропустил ни одного жесткого удара. У меня не было ни звездочек, ни чего-то еще. Я дышал отлично. Отлично дышал, все делал. Единственное, что я, может быть, где-то перестраховывался, потому что не совсем был в себе уверен по функционалу. Но функционал замечателен. Перед титульным боем это отличнейшее, не то что изи-мани, это отличная тренировка. Спасибо Артуру за эту прекрасную тренировку, где я, знаешь, холоднокровно в первую очередь работал, не бежал вперед, не пропускал лишних ударов, как у меня тоже бывает, например, с тем же Вискарди Андраде. Я полетел, пропустил, пришлось потерпеть, потом дорабатывать. Здесь ничего похожего вообще не было. Заключительный вопрос лично от меня. Сейчас все говорят про бой с Фаридуном Адиловым. Да простят меня все фанаты России и Таджикистана. Мы уже видели бой совсем недавно на Fight Nights. Нурулло Алиев также дрался с нашим российским парнем. Бой переносили ребята из Таджикистана, плюс ребята из России. А вы конкретно за себя и за своих русских, славянских фанатов можете сказать, что вы их сможете сдержать, чтобы никаких потасовок на бое не было на предстоящем и никаких вопросов не поднималось о том, что там службы безопасности и прочие вещи? Я знаю, что очень многие таджики меня поддерживают. И я это чуть другой боец все-таки, понимаешь? То есть я считаю, что я больше международный боец, а не замкнут в одном только фанате. У меня типа только фанаты русские. Нет, ни в коем случае. Поэтому, мне кажется, именно в бою со мной, мне кажется, будет больше уважения. Почему? Потому что я сам отношусь очень уважительно ко всем людям, которые меня уважают. Знаешь, мне больше всего непонятно, когда человек говорит, что «Чё такого килограмм? Это же, во-первых, не килограмм, а килограмм 200». Во-вторых, нужно не забывать, что это не первый килограмм, а последний. И знаешь, вот мы даже с Хабибом сегодня разговаривали. Он, сгонщик-то такой серьезный. Пойми, тут даже не в килограмме дело. Последние 100 грамм скинуть – это самое сложное. Не килограмм, а если у тебя еще и килограмм последний, его нужно разбить на соточки, и поэтому он его и не сделал. Если это так просто, почему же он его не скинул? Пойми, потому что он хотел получить преимущество, он его получил. Преимущество, чтобы был тяжелее. То, что он восстановился проще, потому что он не гонял вес. Он реально его не гонял. Вот и все. На самом деле, мы еще как только договаривались месяц назад. И там было не то, что предложение. Артур предлагал тогда выступить 86. Я сказал, ну это не очень интересно. Мы же все-таки 84 выступаем. Давай 84. Я сказал, хорошо, будет 84. Проблем нет. И все, такой разговор был. Поэтому пойми, я приехал, я сказал. То есть я сразу говорю, как это было. Вот смотри, я к 15 часам делаю вес. У меня вес 85 килограмм, мне нужно всего лишь, даже меньше, 84 900. Мне нужно 500 грамм, они сгорят. Я задержу вес, все. В 4 утра я утром просыпаюсь. Не то, что просыпаюсь, я нормально не спал. Никогда не спишь, пить же хочешь. Я смотрю, в 4 утра ко мне приходит сообщение 4:40 от матчмейкера Эдика. Он пишет, давайте на 86, Артур не может уже гонять. Я ему пишу, ну какой 86, если я вчера в 15 часов был уже в весе. Вот и все.